Ребятки, всем привет! Приехала очередная посылочка, очередной Powerbank. Один у меня уже есть, вы можете посмотреть видеообзор по ссылочке. Откроем вот этот, посмотрим, рабочий ли он. Посылочка довольно-таки долго ехала, но она все же приехала. Так. О, этот открытый, неужели? Если вы посмотрите прошлое, он был закрытый, я даже не знал, как его открыть. Так, этот пауэрбанк открытый и тоже с фонариком, даже с проводом, вау, супер, обожаю такую комплектацию. Так, ну что, мы сразу его проверим. Я уже помню, как его вставлять даже, по-моему. Значит, сюда плюсик. Я так понимаю, неважно. Во, супер. Сразу работает, видно. Далее мы подсоединим планшет, который потребляет 1,5 ампера. Это очень важный аспект, поскольку вообще он брался для планшета. Но батарейка не очень, конечно, здесь. Да, есть зарядка. Есть, супер. Идет зарядка. Обожаю этот планшет. Powerbank. Так, далее тоже micro USB. Телефон Samsung. Wave 525 на OS Bada. Да, зарядка идет. Зарядочка зажглась. Ну, в общем, если он тут работает от этой батарейки, то сомнений у меня никаких нет. В общем, это очень полезная вещь, дополнительная электроэнергия с собой, если у вас там батарея очень быстро садится, это очень необходимая для вас вещь. Так, заходите в нашу группу, заказывайте себе посылочки, кому нужны также пауэрбанки, и там, в общем, много всего. Заказывайте, вступайте в нашу группу, подписывайтесь на этот канал. Всем спасибо за просмотр, пока!